Казахстане большинство радикально настроенных исламистов проживает в Атырау и Актобе. Немало последователей деструктивных течений в Туркестанской и Карагандинской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султане. Такая тревожная информация была озвучена сегодня на 9-м форуме религиоведов, который прошел в столице. Его участники обсудили эффективность проведения разъяснительной работы и новые меры по противодействию экстремизму и терроризму. По данным КНБ, всего по стране насчитывается 20 тысяч человек, следующих нетрадиционной религиозной идеологии. Благодаря опыту и знаниям имамов, ежегодно более 500 человек отказываются от деструктивных религиозных течений и воссоединяются с традиционной религией. В рамках работы Духовного управления мусульман Казахстана из главных 4 направлений особенно проходят мероприятия по информационному разъяснению отрицательного влияния деструктивных религиозных идеологий. За последние 3 года организовано и проведено более 78 тысяч профилактических мероприятий, и теперь необходимо сделать акцент на безработных, самозанятых и молодежи, считают участники форума. С гражданами, которые наиболее подвержены риску, работают около 7 тысяч религиоведов и теологов.